Всем привет, ребята! Сегодня мы будем изучать Саксонскую Швейцарию. Мы сидим над рекой, которая великая. Проходит на всю, на весь этот город. Она великая. Ага. Потому что один очень длинная. О, да. Над этой речкой стоит как раз сам мост. Величайшее сооружение. До него мы еще не дошли. Река цветная. Река, если под особым наклоном, цветная. Очень красивая и похожа на северное сияние. Сегодня мы будем осматривать Баштай. Мост, который уцелел после Второй мировой. В точно таком же городе, как эта река. Не люблю просто выговаривать. Как узнаете, его длина достигает 75 метров, а высота 40. Так что это великий мост над великой рекой. Его посещает 1 миллион человек. А еще он состоит из 7 арок. Он очень большой, так что обойти его просто всего нереально. Вот. Ребята, это резко. В этом озере ее полным-полно. Вот, смотрите. Ох, как много. И вот еще вот рясочка, вы смотрели уже. Смотрите, как эта река движется. Тут дремок, если что, перекрывает. Думаю, для некоторых птиц и уток это будет как мост. Я бы не стал заходить глубоко в это, потому что можно намочить кроссовки. Но в этот раз я сделаю исключение. Я сейчас, допустим, возьму вот этот камушек. И можно потом подзакрыть вот эту штуку и сделать мост для птиц. Подложить сюда.